have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки, и нас несут. Кря, валим, 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 выпусти меня, коробка. Итак, я немножечко проанализировал то, что нам нужно сделать, наверное, мне кажется. Во-первых, я немножко посмотрел на того чувака, ну, на конец прошлой серии, что он, как он, нам нужно... Чтобы он подошел сюда, нам нужно, наверное, давайте... Помидорку я отсюда возьму. А еще лучше, наверное, две. Чтобы он пошел их расставлять. Но дело в другом. Мне нужно, чтобы он как-то сюда подошел. А чтобы он сюда подошел, мне нужно бы... Что я могу отсюда такого утащить? Давайте вот это попробуем. Оно тяжелое, правда. Но давайте попробуем. Мне нужно, чтобы он за мной погнался. И чтобы он захотел поставить это на место. Я надеюсь, он на это клюнет. Да уйди ты от меня! Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет! Нас не догонят! Пойдет он эту штуку назад ставить? Пойдет! Ну-ка! Не трогай помидоры! Доставщик, не трогай помидоры, просто свали! О, молодец! Он идет ставить эту фигню на место! Сработало! Нет, нет, нет! Нет! Ой, блин, фигли. Игра свернулась. Это был такой шикарный план. Ты меня не вытащишь. Он пошел опять ставить. Все, мне нормально. Мне надо, чтобы он пошел туда, только мне нужно будет простелсить мимо женщины в столовке. Оп, ты меня не видишь? Блин, мужик, там помидоры. Ты не поверишь, но там помидоры. Итак, я на исходной. Надеюсь, женщина меня сейчас не засечет. Все, поставил? Иди, смотри, там помидорчики. Давай, чел. О, во, он клюнул на помидор. Давай. Опа, на место. Давай. А это сработало. Это была целая коробка. Так, пап пройден? И куда ты ее понесешь? Блин, вся задница в помидорах. На мусорку понесет. Погоди. Вот тут он на помидорчик он сейчас еще подберет, да? Это... А это случайно не наш проход в следующую зону? Дважды! Как вовремя! Бум! Но на этот раз уже все. Ладно, я думаю, моя работа здесь закончена. Извиняюсь, кря-кря, а не кхе-кхе. Ставь ведро, дружище, и уходи желательно отсюда. Женщины, не трогай меня. Сдрысни, пожалуйста. Так, ребята, я пока кофейку глотну. Все, она свалила. Мужик сваливает. Дела у нас здесь завершены. Бар, судя по ачивочке, у нас пройден. Вальяжным шагом просто валим отсюда. Нас ждут другие дела. Стол мы накрыли. Ну-ка, я могу сюда... Да, тут есть картонные коробки.
Ну что, похоже, затащено. Блин, я свалился. А как это было тупо. То есть, прикиньте, если бы это был один шанс куда-то пройти, и ты такой зафейлился. Но это мы откроем. Откроем. Откроем, пожалуйста. Есть, шорткат в бар у нас открыт. Итак, нас ждут новые земли. У-у-у. У нас две дорожки. Пойдем сначала. Здесь я ничего не могу сделать. К сожалению, ничего. А, еще один шорткат. А этот на замке. Блин, а это честно вообще? То есть мне все равно через бар придется проходить. Это печалька. Потому что замок я открыть вряд ли смогу. Я все-таки гусь, а не супермен. Погоди, а дальше... Мне проплыть надо? Допустим. А, да. Я уж подумал на секундочку, что меня заперли. Попасть в мини-деревню. Это было дело. Попасть в нее. Украсть красивый миниатюрный золотой колокольчик. У нас сегодня крадежка. Хорошо. И причем других дел у нас нету. Красивый миниатюрный золотой. Сначала бы узнать, где он. Стойте, а это же... Смотрите, это же у нас был сад с садовником. Это у нас улица с очкастым пацаном и с телефонной будкой, где мы становились знаменитыми. Упс, я что-то сломал. Я гусь, до всего тут догребусь. Опа. Никто не уйдет от моей кары. Ладно, тут я вроде сломал все. А почтальон, кстати, а почтальона я не видел. Погодите, может быть, поэтому можно понять какие-то скрытые вещи, которые я пропустил. Вот где у нас мужик кофе пил, с которого я тапочки снимал. Полежи тут. Тут у нас была глупая женщина, которая все пыталась нарисовать вазу, потом пыталась нарисовать разбитую вазу. Тут был колодец с монеткой, которую я кидал, но ничего не случилось. Вот тут у нас паб. Паб. А после этого я вышел к парку с маленькими домиками. И вот он, парк с маленькими домиками. Окей, это довольно забавно. Знаете, и вот тот самый замок. Это рекурсия, это прикольно, мне нравится. Ой, золотой колокольчик. Меня это убьет. Меня это убьет. Может, не надо, а? И вернуть его домой. А, извините, где это? Мне бегать с ним нельзя. Он звенит. Если здесь есть маленький замок, тут есть маленький замок, значит, есть большой замок. Ну, исходя из этого, что замка-то... Это вот я сейчас по макету хожу.
Но исходя из того, что замка в реальном, на реальной большой карте я не видел, можно подумать о том, что вернуть его домой, это значит отнести в большой замок. Давайте попробуем. Для этого нам надо... Что? Пройти, наверное, по этой дороге. Но как мы туда попадем? Хорошо, поехали. Я же не могу туда попасть. Или же... Ладно, не бегаем. Ладно, бегаем. Тут у нас так и не открылось. Хорошо. Так, нет, не бегаем. Оно начинает звенеть и бить мне по ушам. Я этого не хочу. Сюда я не могу. Давайте смотреть, как мне туда наверх на мостик попасть. Ну что, это вход в парк. Может, за замком был какой-то выход? Погоди. Надо подумать. Я, возможно, что-то упускаю. Надо увидеть общую картину. Видите, есть вот эта дорога. Где может быть выход из парка? Блин, я это все понавыколупывал, и оно теперь мне мешает. Но что, я теперь сожалеть об этом буду? Нет. Да, точно, надо наклониться. Тут показано, что за ним, за этим парком должен быть проход. Но проход... Так, ну этот колокольчик на минутку. Может быть, мне дальше как-то развалить эту фигню, не? Нет. Ха. Нафиг эту деревяшку. Может, я вообще неправильно понял задачу насчет вернуть его домой, но мне кажется, что это работает именно вот так. А еще, раз у нас такая рекурсия с парком, у меня такое ощущение, что, возможно, это последнее задание, которое нам надо сделать. Блин, а что если так? Как мне сюда пройти? Видите, сюда дальше проплыть мне, я не могу, мне некуда, мне мешают, мешают камни. Я тут никуда не денусь. Получается только назад. А назад у нас выход только туда, наверх. Видите, и в сам парк, ну, полежи тут пока что, в сам парк меня не пускают, и открыть я эту штуку никак не могу. Хотя мне логично было бы попасть туда, но я это сделать не могу. Здесь... Ну-ка, погоди. Здесь у нас шорткатец закрыт, потому что замок... А, это реально странно. А назад, в принципе, я попасть... Да, убери ты колокольчик, я вижу. Назад я попасть могу, но только... Что, блин? Это мне его нужно будет вот так проносить? О-о-о, погодите. Если это так... Это же чекануться, туфли гнутся, а?
Он поэтому извинит, и поэтому мне нельзя бегать, поэтому, ну поехали. Нет, не бегаем. Поехали, пробуем, пробуем. Интересно, потом с какого момента меня загрузит, если что. А, в общем, колокольчик, нельзя, чтобы его поднимали люди. Нужно как-то простелсить. Мне нужно сейчас вот сюда вот его положить. Видите, она его увидела и сразу захотела. Свали от меня, человек. Ты не получишь мою прелесть. Блин, помидора жопой тоже смотрит, прикинь. О, так я не пройду. Так я не пройду. Мне нужно... Ищут пожарные, ищут полиция. Попробуем ту же самую фишку с дальним отвлечением. Чем я его тогда там отвлекал? Вот этим вот. Может быть, он пойдет его относить на место. Я очень надеюсь. Потому что мне его надолго надо отвлечь. Черт, это сложно. Учитывая еще, что я не знаю точной конечной цели моего маршрута. Иди отнеси. Да, молодец. Есть. Не шумим. Стелсим по максимуму просто. Это... Нет! А, тут заложили уже, чтобы я случайно не упал. Хорошо, спасибо. Колодец тоже уже заложили. Монетку я туда так и не бросил. Ах вы ж. Так, вернуть его домой. Куда домой? Я сначала думал, что это в тот же... А я это мог когда-то раньше открыть? Нет? Видимо, нет. Блин. И теперь что будет, если я этот колокольчик уроню, и возле кто-то начнет не... Нет! Вы издеваетесь! Это все было открыто! Ах вы нелюди! И где теперь эта женщина? Нет, они ищут только колокольчик. Я им нафиг не сдался.
Мужик меня еще не видел. Нет! А как мне пройти? И как мне теперь пройти? Пройти-то мне теперь как? Там закрыли дверь. Изверги. Через что я теперь пойду? А, вот выход теперь какой. Он розу, кстати, новую вырастил. Мне колокольчик, по-моему, надо будет туда перекинуть. Вот он идет. Отпусти! Отпусти колокольчик, тварь! Нет! Ты этого не сделаешь, скотина! Блин, он опять сейчас пойдет туда. Мне нужно заходить. Когда он далеко, чтобы он это не слышал. Иди! Да ну... Бесит! Трижды нажал, беги туда! Стал, блин, уперся в стенку, гусяра! Уйди от меня! Уйди, недалекий! Блин, это практически полностью скипает процесс. Так, мужик, свали. Не слышал, вроде не слышал. Хорошо. Колокольчик нужно отнести сюда за угол. Хорошо. Не надо на меня смотреть, свали отсюда. Бесполезное создание. Иди. Свидание. Это заняло у меня больше времени, чем оно того стоило. Так. Мне еще эту улицу Сезам пройти и садовника. Ну, допустим. Куда тут идти-то? Давайте я сюда схожу. Хм.
гараж, помню. Фиг ли ты позвонил-то? Так, а чё тут две бабки, погоди. Но эту бабку надо запереть. Так, ну допустим, у нас тут есть две бабки, одну мы можем запереть. А, это вот эта мамка очкарика. Очкарика самого тут уже не будет, наверное. Давайте раз... Ага, не будет тут очкарика, вот оно, тварь мелкая. Свали к чертям! Я не знаю, тебя уничтожу, скотину. Но оно возвращается на исходную. Я ему больше уже ничего не сделаю. Скорее всего. Но интересно, куда он отнесет колокольчик. Так, пойдем запрем... Я, наверное, и не запру, ну-ка. Там мелочек, смотри. Там мелочек. Иди за мелочком. Кассовый аппарат у тебя утащу. Так, это меня не увидело. Это пока выбирается через там. Хорошо. Нужно как-то аккуратненько отнести и запугать мелкого. Вроде норм. Этот не должен за мной погнаться. Ну, я на это надеюсь. Оставляем, идем на разведку. Что у нас тут по саду? Какие садисты у нас тут? Мужик меня тупо не выпускает, да? Хорошо. Стелсим вот тут вокруг ящиков, я надеюсь. Потом как-то его попробуем обмансить. Главное, чтобы колокольчик не заликнул сейчас. Пожалуйста.
Иди сюда. Там ботинок твой, ты что, отбитый, что ли? Радио? Радио там, а я туда никак не попаду сейчас. Он меня не выпускает. Надо у него ключи, может быть, спереть? Погоди. Точно. За ключами он точно погонится. А сейчас он решил пойти за ботинком. Это очень странное поведение. Ну все, до свидания, месье садовник. Верните его на место. Куда на место, ребята? Домой. А, тут тоже заперто. Красота. И куда мне? Ну, по идее, начинал-то я где-то здесь. Домой. Ну вот самое начало игры. А я это видел в начале? Я вот сейчас пытаюсь вспомнить, видел ли я это в начале, было ли это? Спасибо, что играли в нашу видеоигру. Нет, честно, последняя часть, она была довольно-таки сложной. Наверное, самым сложным из того, что здесь было. И самый прикол, что у нас же был список секретных дел, которые мы только одну из них сделали, а там можно натворить еще кучу всякого. Я не думаю, что я буду прям заморачиваться. Это, возможно, интересно будет как-нибудь самому попробовать, но на запись... Нет, мне кажется, оно того не стоит. Хотя, ну, я не спорю, что это интересно, но... Скорее всего, нет. Может быть, когда-то, когда мне дойдут руки, я запишу отдельную просто серию, но это уже не будет входить в это прохождение. Оно попадет в этот плейлист, но не будет являться частью прохождения. А, как-то мы аккуратненько так уложились, в полчаса с копеечками, даже не затянулось особо. Слушайте, а мне понравилось, мне прям очень понравилось. Классная вещь, классная игра. А, немножечко подбешивает тормознутое управление, но оно не портит целостность игры. Короче, смотрите, в чем прикол. У нас же сейчас с вами параллельно Plague Tale, и там кривое управление вместе с кривым сюжетом, вместе с поведением героев делает ее плохой игрой. Но здесь присутствует кривое управление, и сюжета тут как такового нету. Но это хорошая игра. И не потому, что она типа под таким же критерием идет и должна быть плохой. Нет. Чувствуется, что в ней есть душа. Ее сделали для того, как бы ты управляешь гусем, который бесит людей, но в это же время эти же люди бесят тебя, которого тебя, человека, который управляет гусем. В этом есть некая самоирония. А, мне понравилось. Честно, мне эта игра очень понравилась. Я не ожидал, что сегодня будет последняя серия. Я думал, что мы сейчас пойдем просто в новую локацию.
Но там же явно были проходы. Ну, опять же, возможно, это что-то из секретных заданий. Попасть в настоящий такой замок. То есть, если он есть на рекурсии, на реконструкции, то, наверное, же есть и настоящий замок. В общем, ладно, тут еще остается много чего. Если вы что-то знаете, какие-то намеки, что-то где-то как-то пишите, мне было бы интересно узнать. А на этом это прохождение заканчивается. Спасибо, что были с нами. Увидимся в других проектах, в других играх. Всем удачи, добра, бобра, всем молодушек, всем покеда.